24 вересня 2020 року у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі відбулася прес-конференція учасників Міжнародного форуму «Люди миру». Відкрив прес-конференцію заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви протоієрей Миколай Данилевич. Отець Миколай повідомив, що на брифінгу присутні учасники форуму, які поділяться своїм баченням того, що потрібно робити для настання миру та закінчення війни. У форумі взяли участь ветеран АТО В'ячеслав Шевчук, Сєвєродонецьк, лікар Валерія Леонова, село Жованка, СМТ Зайцеве, голова громадської організації «Інститут миру» Максим Ленко, Горлівка, пенсіонер Олена Попова, СМТ Зайцеве, і підприємець Юрій Бережний, Луганськ. На початку присутні спікери зачитали звернення учасників форуму, жителів Донецької та Луганської областей до президента України Володимира Зеленського, з яким можна ознайомитись на офіційному сайті Української православної церкви за посиланням, що знаходиться під відео. Після чого поділилися власними думками щодо виходу зі стану війни на Донбасі. Хочу вам сказати, як житель міста Сєвєродонецька, який я в 12-му році емігрував, уїхав в іншу країну. Я жив в місті Гданськ, Польща. Коли почалась війна, я повернувся назад і як кадровий військовослужбовець взяв в руки зброю і служив в секторі А в Луганській області. Був спочатку в добровольському батальйоні, батальйон «Айдар». Після цього я командував частиною пограничників. Це було три відділи: Трьохізбінка, Щастя і Станиця Луганська. Тобто я був практично все время на нулі. Все, що відбувалося в 14, 15, 16 годах, а уволився я в маї 16-го року, я бачив абсолютно все. Хто і що і як робив. Для мене вопрос війни – це вопрос не новий. Я кадровий військовослужбовець. Я знаю конфлікти, які були в Придністров'ї, я знаю конфлікти, які були в Югославії. На войне всегда зарабатывают деньги. Всегда. И как я говорил на форуме, который проходил в Святогорске, что самый лучший заработок – это заработок тот, где просто люди гибнут, а на их смертях люди кто-то зарабатывает деньги. На войне всегда зарабатывали, во все войны. И наша война не исключение. Давайте называть вещи своими именами – это война, это не конфликт. Самое успешное предприятие, я еще раз повторяюсь, в Луганской области, то, что сегодня осталось, предприятие называется АТО, или его переименовали в ООС. Сегодня устроиться на работу практически нигде невозможно. Экономика стоит, все уничтожено. Люди идут служить, идут работать в полицию или идут работать просто чиновниками. Остальное все стоит мертвое. Как остановить эту войну? Уже создано множество форумов, множество сборов, все придумывают, 7 лет уже люди разговаривают только, как закончить эту войну. На мой взгляд, формула очень простая. Чтобы победить войну, на которой зарабатывают деньги, нужно привести деньги и поднять экономику, которая сможет перебить те деньги, на которые люди зарабатывают на войне. Должна заработать экономика, должны зажить люди, должны люди, которые участвуют в конфликте, начать зарабатывать. Экономика должна расти. Только таким способом мы можем остановить войну. В другом случае, в противном случае, война никогда не остановится. Я очень рад, что инициативой в тех действиях, которые мы делаем, была церковь. Потому что это единственный институт, который сегодня не заангажированный ничем. Ну, на мой взгляд, ничем. Поэтому сегодня на той стороне государства нет, но единственная структура, которая сегодня... Институт, который может сегодня вести диалог, это церковь. Она может говорить здесь, она может говорить там. Нужно находить людей, которые должны понимать и слышать то, о чем мы здесь говорим. Я имею в виду те, которые люди живут в Луганской и Донецкой области, так и те, которые живут на неподконтрольной части. Вот, в принципе, то, о чем я хотел сказать. Потому что, еще раз, мы не будем сейчас даваться подробности. Я думаю, возникнут вопросы, но каждый из нас может рассказать множество историй из жизни, и в частности я из службы в АТО, как много на этой войне зарабатывают денег. Добрый день еще раз. Меня зовут Валерия Леонова. Я врач. Я родилась, выросла, жила и работала до 2018 года в городе Горловка, Донецкой области. Когда началась война или боевые действия в 2014 году, я находилась на рабочем месте. Запах пороха, свежевзорванной земли и человеческой крови я помню очень хорошо до сих пор. Я не покидала рабочее место практически 2 месяца. То есть мы там с коллегами жили, спали и оказывали помощь.
Ну, потом были, конечно, попытки какие-то уехать, оставить все это дело, но я надеялась, что удастся поддержать достойный уровень медицины, здравоохранения на той территории. Там остались люди простые, такие же, как мы с вами, которым тоже нужно было кому-то обращаться, у кого-то лечиться. Мне досталась территория обслуживания, так называемая, это села по линии разграничения. Это очень тяжелые, сложные села. Там практически нет здоровых людей. Половина из них, как говорят, нет, все болезни от нервов. Это правда. Половина из них получает транквилизаторы, вторая половина – антидепрессанты. Потому что находиться в здравом уме, не выпивая большое количество алкоголя, на линии разграничения практически невозможно. Мы стараемся всеми силами, конечно, оказывать помощь этим людям, несмотря на отсутствие дорог, несмотря на отсутствие какой-либо инфраструктуры. Мы рады, всегда принимаем любую помощь. Благодаря тому, что фонд Рината Ахметова подарил нам «Тойоту», скорую помощь на базе «Тойоты Land Cruiser», мы смогли наконец-то ездить в эти районы в любое время суток по любой погоде и вывозить оттуда людей, потому что даже скорая помощь обычная, гражданская, туда не выезжала. И последний раз, когда я туда ехала, буквально вот пару дней назад, насыпали спил асфальта для того, чтобы немножко выровнять дорогу, и насыпали посреди дороги. И я уже открыла рот водителю высказать свое мнение по этому поводу, ну так на этой «Тойоте» перекатился с колеса на колесо, а тут я себя сама прикусила за язык, там же мины. То есть даже техника строительная не могла на метр сыпать эту кучу в поле, потому что там мины. И они были жестко ограничены границами этой грунтовки. Вот в таких условиях нам там приходится работать. Ну и плюс еще к этому, конечно, не добавляет оптимизма ситуация сейчас с нашим финансированием. Есть такая замечательная постанова КМУ от 2018 года, 410-я, в которой... который утвержден порядок укладания договоров между НСЗУ и лекувальными закладами. И там есть замечательный пункт о том, что любое лечебное учреждение в каждом своем подразделении должно обеспечить доступ людям с ограниченными возможностями, то бишь пандус или лифт. У нас 22 структурных подразделения. Из них 15 фельдшерских пунктов, которые находятся в сельской местности, в том числе на линии разграничения. Так вот, на каждый, на обустройство такого пандуса или лифта нам нужно примерно 1 000 000. Мы все понимаем, но лично мое мнение, лучше бы этот 1 000 000 в каждом селе направить на эндопротезирование суставов людям, на лечение каких-то тяжелых заболеваний у детей, на установку инсулиновых помп. Вот моя сидит пациентка, клиентка, которая с тяжелым инсулином, и, естественно, за свои деньги она такую, с тяжелым диабетом, простите, за свои деньги она такую помпу купить не в состоянии. То есть и все это мы пропускаем через себя. Все это мы, все эти переживания людские мы пропускаем через себя, и мы всеми силами пытаемся как-то помочь теми ресурсами, которые у нас есть, поддержать здоровье этих людей. Очень, я прекрасно понимаю, я поддерживаю связь с той стороной. У меня там осталась мама, родственники, друзья, коллеги. Я прекрасно понимаю их состояние. Там не лучше, если не хуже. Люди лишены, у нас есть программа «Доступные лики», все, наверное, знают, в Украине работают уже несколько лет, там этого нет. Там нет поддержки онкологических больных, там нет поддержки больных с сахарным диабетом. Если есть, то это какие-то крохи, крупицы, которые, в общем-то, на ситуацию не влияют. И сейчас, закрывая границы, закрывая блокпосты или создавая условия трудные, тяжелые для того, чтобы люди могли сюда добраться, мы лишаем их и этого. Я надеюсь, что нас услышат, и, возможно, это, конечно, не моего ума дело разрабатывать порядок пересечения КПВВ, но, может быть, для этих людей сделают какое-то исключение, может быть, все-таки смогут упростить процедуру, и количество смертей на блокпостах у нас уменьшится. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Ленко Максим. Я представитель общественности. Сегодня живу в Киеве, но также выходец из города Горловка, где у меня тоже живет и работает мама, работает врачом, поэтому эти проблемы мне известны. Наша общественная организация была создана в 2016 году, и ее целью является внедрение специальных программ миротворческих, в основном гуманитарного направления.
В 2017 году мы разработали и учредили программу, которая называется «Линия жизни». Идея этой программы состоит в том, чтобы обеспечить оказание первой медицинской помощи на тех КПВВ, где этого нет. Когда организация «Международный Красный Крест» покинула станицу Луганскую, на месте палатки Красного Креста мы установили свою палатку. Наняли доктора из Харькова, наняли фельдшера и стали оказывать помощь людям, которые пересекают линию разграничения. Вы знаете, что на станице Луганской пешеходный переход, исключительно пешеходный переход, где нагрузка, ну, в то время, в 2017 году, достигала 15 тысяч человек в день. Многие из этих людей – пенсионеры, большинство пенсионеров со слабым здоровьем. И в зной, и в холод они стояли в очередях, ожидая своей очереди на пересечении границ. Наши медики оказывали им помощь. 50-60 человек в день принимали. Были случаи спасения жизни. Но, кстати, наша палатка в конце 2018 года при финансировании и помощи посольства Словакии в Украине была заменена полноценным стационарным медицинским модулем и оснащена тоже за деньги словаков. В конце 2019 года посольство Словакии выделило нам 3 реанимобиля, которые сегодня курсируют вдоль линии разграничения в Луганской области. А в середине ноября мы надеемся, у нас есть планы, открыть подобный стационарный медицинский пункт, модуль в городе Счастье Луганской области. Но, к сожалению, все эти гуманитарные меры являются всего лишь, ну даже не являются, наверное, полумерами для того, чтобы прекратить войну и интегрировать Донбасс в Украину. Наша цель – закончить войну и восстановить мир на Донбассе, реинтегрировать его в состав Украины. Для этого с этой целью мы и приняли участие в Международном форуме «Люди мира». Как я увидел для себя, форум – это площадка. Площадка для общения людей, которым не безразлична эта проблема, которые хотят установления мира в своей стране и прекратить войну. Людей, которые понимают, что никакого социально-экономического развития страна с вооруженным конфликтом иметь не может и не будет. И вот для общения этих людей, пусть даже для начала для общения людей, и создан этот форум. Для того, чтобы люди имели возможность высказать на площадке этого форума воочию, либо при общении в интернет, при помощи интернет-ресурсов, свое мнение высказать, поделиться своими предложениями какими-то конкретными, обсудить это, принять решение и начать стучаться во властные структуры, во властные кабинеты. Мы все понимаем, что сегодня отсутствует политическая воля на прекращение этого конфликта. Мы видим это из безрезультатности тех мирных переговоров, которые сегодня проходят в Минске, на других площадках. Мы хотим, чтобы власть услышала голос гражданского общества. И поэтому приняли каждый для себя такое решение – участвовать в этом форуме и его деятельности. Меня зовут Елена, я житель. Обычный житель Жованка. Это такое местечко, ну вообще Зайцево, это ну, то место, где на нашей стороне в Жованке стоит украинская власть, а на следующей линии разграничения по нас идет, а на другой стороне Зайцева стоят другие силы. И вы понимаете, что это такое. Я 7 лет прожила на этой войне. У нас разбомблены были все дома. Мы в магазин ходили под бомбежками. Знаете, я до войны была здоровым человеком. Теперь я инсулинозависимой тяжелой формы, потому что я постоянно нахожусь в стрессе.
И я думаю, что я инсулин получаю, диабет получила, когда был обстрел, и когда моего сына просто завалило вместе с невесткой. И я прибежала утром, они всю ночь были под завалом, а я утром прибежала, ну, он должен был ко мне прийти, мы обычно утром всегда переклички, связи у нас не было. И он не пришел, и я туда бегу и вижу, что завалено. И я своими руками это все разгребаю. Понимаете, пока я это все разгребла, что я пережила как мать. Слава Богу, они остались живы, их спасла просто балка. Ну, естественно, они были контужены, они были немножко не в себе, получили этот стресс, но я это пережила. И не одна я переживаю это. Вы знаете, у нас в этом чудесном таком местечке жило до войны 800 человек. Сейчас у нас осталось 105. То бишь, когда... Понимаете, у нас погибло мирных людей 17 человек. 17 человек мирных людей. И 33 человека у нас раненых. Понимаете, вот на этом маленьком промежуточке. У нас очень много проблем. Много. Мы вот сейчас, слава Богу, вот во время этой тишины начали восстанавливать дома. К нам гуманитарщики выделили деньги. Люди немножко зажили, начали ремонтировать окна, крыши. Но мы боимся, если начнутся опять боевые действия, это же все опять будет разрушено. Понимаете? Мы опять останемся в разрушенных домах. Но для нас очень главное, у нас три очень вопроса, которые это болезненные вопросы. У нас дорога жизни — это 3 километра. Она разбомбленная войной, и там не чистится, то бишь уже деревья не срослись, и гуманитарщики туда не могут ехать. Они отказываются к нам ехать только из-за этой дороги. Вот мы просим, пишем, дайте режим тишины. Но вот уже щебень этот привезли, дошло до того, что наши местные мужчины 23 числа вышли сами с лопатами, с секаторами и начали рубить эти деревья, где 2 года назад там была растяжка, у нас там погиб мальчик. Ну просто шел по улице, ну захотел по нужде, и он там погиб. А мы сейчас там рубим эти деревья и засыпаем эти ямы, потому что уже невозможно по этой дороге просто ездить. Понимаете? У нас уже школьников отказываются возить в школу по этой дороге, этих 3 километра. И вот в понедельник у нас, вы можете приехать это посмотреть, в понедельник, в следующий понедельник опять местные люди, мужчины опять выходят на этот ремонт дороги. Это очень важно для нас, мы хотим, чтобы ее отремонтировали. А второй вопрос у нас тот, что мы 1,5 года жили вообще без света, 1,5 года ни одного дня нет света, вы понимаете, как мы жили? Нам дали свет, но у нас все провода скрученные, у нас нет жилого места, у нас 30 столбов вот этих, они побитые, и то бишь малейшие вот повисшие провода, у нас замыкание происходит, у нас горит техника, вот начнется сейчас зима, это все будет обледенение, это будет все искрить, это опять будут, опять же мы будем без света, нам нужно поменять эти провода нормально, чтобы не было скрутки на скрутке. И третий у нас болезненный вопрос. Нам нужно разминировать наше село. Это очень страшно. Я вам говорю действительно как есть. У меня муж пошел за глиной, нужно было печку почистить. И приходит и говорит, а там растяжка. Поставлена в середине села. Это хорошо, что он увидел. Мы уже научились смотреть под ноги. И поля наши, вот есть у нас на полях, где мы могли бы скот свой выпасывать, потому что работы-то нет, мы перешли на сельское хозяйство. Но мы не можем расшириться, потому что у нас все есть мины, которые не разорвались. Их нужно разминировать. У нас живет 7 деток. Мы стараемся за ними, чтобы они без присмотра не были, но это есть дети, можно не усмотреть. Ребенок может куда-то побежать в ту сторону, которую, где стоит табличка «Осторожно, мины у нас по селу стоят». Это мы знаем, что это значит. Дети ведь не понимают. Поэтому я призываю к миру, понимаете? Я вот лично 7 лет жить на войне, у нас люди просто устали. Понимаете? И мы хотим мира. Мы обычные люди. Мы хотим мира. Бережный Юрий, уроженец города Луганска. К 2014 году, к началу этой войны, я жил в станице Луганской. Там у меня родители, живет мама, там могила отца. Поэтому ну, вот те все события страшные, которые происходили в станице в 2014 и в 2015 году, то, о чем сейчас говорила Елена, да, в Зайцево, к сожалению, это происходит практически по сегодняшний день. Слава Богу, самый страшный период для станицы Луганска это был 2014-2015, может быть, там, начало 2016 года. С момента начала работы постоянной КПВВ станицы Луганской и постоянного нахождения там миссии, мониторинговой миссии ОБСЕ, прекратились обстрелы
артиллерийские станицы Луганской. К счастью, ну, к сожалению, к счастью, опасность представляют только не разорвавшиеся боеприпасы, которых тоже там много в избытке находятся в окрестностях станицы Луганской и всех близлежащих сел. Но, к счастью, для жителей прямых артиллерийских обстрелов уже нет, можно спокойно ходить по улицам. Главная проблема, наверное, одна из главных проблем для Луганской области – это отсутствие нормальной логистики. Только в этом году сделали многострадальную дорогу Северодонецк, станица Луганская, по которой десятки дорога тысяч, жизни, да, дорога жизни она и называлась, десятки тысяч людей ежедневно перемещались и автобусами, и легковыми автомобилями. Всегда, ну, в государственном бюджете не хватало средств, хотя по большому счету, ну, такие населенные пункты, как станица Луганская и такие вот, ну, отрезки дороги, которые соединяют пункт пропуска с нынешним административным центром Луганской области, Северодонецком. Ну, я считаю, это лицо Украины, и, ну, в первую очередь государство, ну, должно было озаботиться вопросом восстановления таких знаковых, я считаю, населенных пунктов, таких знаковых отрезков дорог. Одна из проблем огромнейших для Луганской области – отсутствие железнодорожного сообщения. Все, что перевозится и привозится в область, аграрии, там, промышленные предприятия, все везется только автотранспортом. И особенно там, в точке, которые близки к линии разграничения, станица там, Попасная, Золотое, в сторону Трехизбинки направления, туда, ну, жители и предприниматели не могут довести там никакие товары, никакую продукцию. Ни привезти, ни вывезти, если там пытаются даже восстановить работу каких-то производственных предприятий. Ну и, к сожалению, по сегодняшний день до сих пор единственный пункт пропуска на Луганщине, в отличие от Донецкой области, один пункт пропуска работает, это КПВВ станица Луганская, он пешеходный, нет ни одного пункта пропуска на Луганщине, там, где можно машиной переехать и попасть в Украину с неподконтрольной территории. Надеемся на то, что все-таки до конца этого года, в ноябре, анонсируется открытие еще двух КПВВ «Счастье» и «Золотое». Если заработает пункт пропуска в Золотом, ну, надеемся, что это как-то хотя бы оживит жизнь, оживят, ну, простые человеческие взаимоотношения, да, между жителями Луганщины, которые оказались по разные стороны линии разграничения. Ведь когда мы говорим наладить взаимоотношения, или там часто задают вопросы, как вы относитесь, ну, к развитию торговли, там, экономики, да, с той территорией. Прямые какие-то экономические связи, ну, лично я против, у каждого может быть свое мнение. Прямые экономические связи – это уже, скажем так, вопрос политический. Но экономика может развиваться просто за счет, ну, народной дипломатии, так скажем. Ведь огромное количество пенсионеров, ну, это не секрет, да, есть так называемый такой пенсионный туризм, которые живут на неподконтрольной территории. Ежемесячно, ну, сейчас за исключением, да, в карантинного времени, ежемесячно они приезжают в Украину, получают свои пенсии. Почему бы нам не обеспечить для них необходимые условия для того, чтобы полученные, заработанные деньги, которые они получили в Украине, они не потратили у нас же на территории там, Луганской или Донецкой области, не купили необходимые для них продукты, необходимые медикаменты, те, которые там они просто не в состоянии приобрести, не в состоянии купить, получить необходимую помощь и спокойно уехать к себе домой. Ну, говорю о той категории граждан, которые, к сожалению, не имеют возможности выехать с той территории и вынужденно там находятся. Для чего мы это все делаем? Ведь действительно сегодня создано уже большое количество структур, которые занимаются, там, трехсторонняя контактная группа, еще какие-то группы. Я общался с большим количеством активных людей, которые хотят этого мира. Вот Андрей Бузаров, да, вот там активно занимается, многие слышали, да, за него такой есть обозреватель. Но вы знаете, что наши группы трехконтактные и все остальные, которые придумывают, комиссии, комитеты, они абсолютно, в них нет людей местных оттуда, с Луганской и Донецкой области. Там люди откуда угодно.
с космоса, вот откуда угодно. Но люди, которые не знают, какая действительно ситуация в Луганско-Донецкой области, что происходит на линии разграничения. Даже сегодня немногие обратили внимание, что вы знаете, что выборы не будут проводиться в Северодонецке и в Лисичанске. У людей последнее, что было в Луганской области, это право выбора. Его забрали. То есть там другая страна. Так вот, сегодня наша задача и задача тех людей, которые собрались. Мы работаем сейчас над созданием исполнительного органа, международного общественного форума «Люди мира», чтобы для участия, чтобы привлечь власть на местном уровне, государственном уровне, чтобы обратить внимание, что в этом процессе в первую очередь должны принимать участие люди, которые живут там, люди, которые стали переселенцами вынужденными, которые понимают ситуацию эту. Мы должны привлекать сюда инвесторов. Еще раз, то, что я сказал в начале, пока мы не создадим рабочие места, не поднимем экономику, эта война никогда не закончится. Я на завершення скажу, що моє місце, яке я займу сьогодні тут і потім там, воно є символічне, тому що церква, вона тільки почала, вона тільки дала ініціативу і вона стоїть збоку, тому що ми даємо можливості висловитися людям і щоб люди самі організувалися, щоб люди самі поставили питання, шукали на них відповіді. І тому в цій ситуації, ось і в цій ініціативі, насправді місце церкви – це ось там, не ось тут, а ось там, а тут по центру якраз. Дійсно сидять ці люди, які переживають, які страждають, які думають працювати над встановленням миру. Церква допомагає, церква сприяє, але церква не може вирішувати. Вона, можливо, могла б вирішувати, але це не роль церкви. І тому я хочу подякувати всім учасникам прес-конференції, вам за те, що ви передаєте цю інформацію на широкий загал для людей. І дай Боже, щоб рано чи пізно мир був в нас, встановився в нас в Україні. Деколи нам кажуть, чому, мовляв, от ви так починаєте знизу. Знаєте, коли починаєш знизу, з простих людей, тоді справа, та, яка починається знизу до верху, вона має сильне коріння і вона довго тривала. А те, що будинок ми будуємо знизу до верху, а не зверху донизу. І як я вже казав, що верхи, на жаль, в нас доказали свою поки що неспроможність вирішити це, тому справа починається знизу. Дай Боже, щоб це мало позитивний результат. Ми не маємо якихось ілюзій, ми не думаємо, що вже завтра завершиться війна. Можливо, це точно процес. Він короткий чи він довготривалий, ми не знаємо, але ми маємо і перед Богом відповісти за те, що ми робили в той час, що ми могли зробити, але не зробили. І через що, можливо, це закінчиться навіть без нас, дай Боже. Ось. І церква не хоче собі тут якихось дивідендів заробити, просто тому, що ми присутні тут і ми присутні там. Як вже хтось сказав сьогодні з виступаючих, це єдина структура, яка і тут, і там. Але ми цим не гордимося. Абсолютно. Просто це факт. І знаєте, я порівнюю це як церква, як еритроцит в крові. Такі, знаєте, червоні тільця є, які просто присутністю своєю не дають можливості появитися хворобам, таким як лейкемія, іншим хворобам. Вони просто присутні. Да? Ось. І церква може бути таким якби мостом, але по цьому мосту потрібно ходити. Потрібно спілкуватися. Тому ми думаємо, що спілкування і взаємне спілкування, воно дуже важливе. І я би сьогодні хотів сказати, і я говорив це саме на форумі, щоб нас почули люди і по ту сторону барикад, і на непідконтрольних територіях, щоб бажання, а бажання матеріальні, росло знизу до верху. І тоді вже верхи не будуть мати виходу, аніж як реалізовувати те, що просять низи. І той факт, що протягом минулого 2019 року лінію розмежування пересікло приблизно 13 мільйонів громадян, то говорить про те, що люди спілкуються і хочуть спілкуватися. І в цьому спілкуванні закладений залог, початок миру, початок діалогу. Тому що будь-яка війна закінчується миром рано чи пізно. Дай Боже, щоб це сталося якнайшвидше і в нас.
Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.